у меня помощник сегодня. Всем привет, доброе утро. Приболел Макс, в школу сегодня не пошел. Вчера температура была 38,5. Только обрадовалась, что больше никто не болеет. И вот следующий у нас больной. А завтра пойду. Завтра пойдешь? Все уже, поправился. Тут готовится омлет. Будем завтракать. У нас еще сегодня одна в школу не пошла. Прогульщица? Ты что в школу не пошла? А? День у них такой, они должны были пойти на работу. На любую, да, не обязательно к родителям. Не разрешили, чтобы она пошла к папе на работу. Вот, поэтому она у нас дома сидит. Хотя могла в школе побыть. Не, не могу. Тоже не можешь? Mm-mm. Ну, в общем, она сегодня дома. Ни на работу не пошла, ни в школу не пошла, никуда не пошла. Сидит, играет. Mm-hmm. Ты хитрая такая собака. Хитруля. Ты хитруля маленькая? Давай порычим. Давай порычим, порычим. Давай порычим. Отпусти. Отпусти, говорю. Буду дальше накрывать на стол. Кофе бабуле делать, чай. И завтракать. На улице был дождь. Вот. Немножко асфальт мокрый. Так, все, омлетик готов. Буду выключать. Тоже горит. Все готов. Еще две штучки. И еще две штучки. На всякий случай. Я капусточка. Почти, мне кажется, она уже третий день. Сегодня будет третий день. Пузырьки еще идут. Я попробовала, немножко пересолила. Ну ладно, для первого раза пойдет. Пересолила немножко. А так можно щи сварить. Чаем. Что сегодня будем делать? Сегодня? Не знаю, а что ты хочешь? Mm-hmm. Что ты хочешь делать? Mm-hmm. Скучно. Скучно? Пойдем гулять. Mm-mm. Каролина вернулась, как дела? Да, тоже. Хорошо, у Макса очень. Очень много домашки у Макса. Да, он за ним подошел. Болеет, не болеет, все равно домашнее задание нужно делать. Да ладно, сделаем, как переживаешь. Мами Соник Парти. Где? Оливер. Угу. Тебя тоже пригласил? Да ладно. Двоих. Ё-моё, два подарка надо покупать. Ё-моё, Каролина. Два подарка надо. Два подарка надо Соник покупать. Любит Соник. Ему нравится Соник? Угу. Так, ладно, давай, убирай все эти бумажки, Соник. Будешь обедать. Сегодня потеряла пылесос, не могла найти. Искала по всей квартире. Он спрятался у Маргариты под кроватью. Дело там. Молчал. Я тут меняю постельное белье у себя. Девчонки у себя сами меняют. У младших я только недавно меняла. Сегодня моя очередь. И стирку загружу как раз. Ты постельное белье когда меняла последний раз? Да. Менять будешь, нет? Да. А то я сейчас буду стирать. Дальше. Это у тебя такие обои? Я думала, это мультик идет. Ой, выключилась. Включись опять. Прикольные. Чайничек кипит, собака спит. Там еще на улице бегают. Побольше открою окошко, чтобы солнышко светило. Ты уроки делала? Учила, мне запускать. Ну, про штанишки, джинсы. Это Маргарита тоже проходила. Я помню. Про материал, да? Зачем вам это знать? Давай. Ну, тут еще есть. Давай, я жду. Ну, сколько стирки. Пока. Все. Маргоша пошла в школу. Так у тебя сегодня вообще целый день школы нет. Ни в обед, ни утром. Понятно. Ты до сих пор в пижаме бегаешь? Иди переодевайся. Сделали перестановку в прачечной. Все тут поменяли. В общем, стало намного свободнее. Вот здесь вот эти вот ящики для белья, для грязного, у меня стояли вот здесь. И машинку я не могла открыть до конца. Она у меня открывалась вот так вот наполовину. И это тоже очень было неудобно доставать, загружать белье. Так, ну тут у нас собираются банки с клеенкой, картон.
Вот. В принципе, мне это не мешает. Теперь я могу спокойно открыть полностью машинку и загружать белье. Это что за концерт? Нет. Поэтому, конечно, стало намного удобней. Вот ящики теперь стоят здесь, раковина свободная. Тут можно что-нибудь помыть, если что. Вот. Ну, а сюда я складываю белье, которое нужно перебрать, носки и все такое. И вот это. Еще мне нужно разобрать вот эту полку, посмотреть, что там уже закончилось. Может быть, там что-то пустое вообще стоит, непонятно, целая гора всего. Вот, так что, ладно, буду загружать. Перебирала тут у Маргариты полку. Порядок немножко навела и нашла альбомчик ее. Помню, просили, чтобы я показала, как она рисует. Вот такой вот у нее альбом для акварели. Вот она первый рисунок рисовала. Она любит акварелью рисовать. Учится. Такие вот макарунцы. Девушка такая вот. Симпатичная. Ну все, пока. Тут еще что-то есть. О, вот еще рисунок. Тоже красивая ягодка. Вот так вот. На этом столе я ничего не буду трогать, потому что тут ее бумажки, ее учебные тетради, поэтому сама уберет. То еще куда-то положу, не туда потом не найдет. Вот таким вот она тейпом себе клеит коленку. Коленка у нее болит, когда она спортом занимается. И учитель ей сказал, научил ее, как ее заклеивать нужно. Она теперь ее заклеивает. Каждый раз, как у нее физкультура, она заклеивает ножку. Я, видите, себе сегодня что сделала? Был маленький прыщик. Нужно было мне его выдавить. Вот выдавила. Руки чесались, надо было вот выдавить. Ужас такой себе сделала. Та-ра-ра. Может, у тебя тут порядок навести? Где? На полочках. Тут? Да. Не знаю, тут у меня что-то желание убрано. Появилось. Тут у меня все для школы. Все убрано. Тут у меня ничего нет. У тебя даже не все полки заполнены. Все для микрофонов. У меня, может, это... выбросить эти наушники уже? Нет. Почему? Зачем они тебе нужны? Аладдин! Аладдин, зачем тебе нужны камера. Поломанные наушники? Тут у меня мышка. И все? Тут у меня, не знаю, уж какая-то клавиатура старая. Это для микрофона. А тут один камера. Провод. Тут ничего. Тут наушники. Нить. А, подожди, тут коробка камера. От наушников. И папка. Это могу, но... Тебе вообще ящики не нужны, у тебя ничего нет. Но они красивые. Ладно, Аладдин, давай. У тебя точно уже эта кривая спина из-за этого стула. Такая вот. Как стул подгибается. И надо опилки поменять. Опилки опять? А у тебя вот еще монитор стоит. Он рабочий? У меня кабель нету. А, кабель нет. Ну купите. Рабочий он? И как это называется? Это коктейль? Маловато. Не, оно должно быть так. Прям такое густое? Да. Как пюрешка? Да. Как мороженое. Мне нужно ужин готовить. Я достаю говядинку. Томатная паста. В общем, я буду тушить картошку с овощами, с мясом. Когда я понюхаю. Что это такое? Пробуем вкусняшку. Это как мороженое. Да? Вкусно? Открываем мяско сначала. Вот если оно вот такими большими кусками, я их еще пополам режу. Не надо Вообще просить. Вообще мясо не даешь? Никому мясо не дам. Мне и так мало. Чем меньше кусочки, тем быстрее она потушится. Секунд, Ема! Без гриба!
Убавьте звука. Морковка, лук и, как он называется, сельдерей, что ли, или лук-порей, я не знаю, в общем, такая вот, лук-порей или сельдерей, не путаю. Скорее всего, стирка закончилась уже, да. Нужно вытаскивать. Я еще сегодня хотела испечь пирог с грушей, но у меня осталось только две штучки. Все груши перетаскали. Две штуки остались. Груша и две груши, два яблока. Может быть, сделать с грушей и с яблоками? Так, вот. Съели все киви, коробочки оставили. Так, все, овощи закинула. И тушится. Пирог с грушей. С грушей и с сыром пирог. Ела когда-нибудь грушей с сыром? В общем, я посмотрю, что буду готовить. Два яблока у меня и две груши. Так, немножечко соевого соуса. Так, немножко томатной пасты. Батарейка садится. Еще немного добавила сливок. Осталось почистить картофель. Налить побольше водички. Ну все, и потушить вместе с картофелем и готово будет. Нашла один пирожок. Быстро его можно сделать. Мне нужна сметана, мука, сахар, яблоки, груши, там что у вас есть, яйца, разрыхлитель, еще ваниль нужно, ванильный сахар, но у меня нет. Ой, куда поехала? Яйцо убегает от меня. Так, все, и больше ничего. Все, начинаем. Подробный рецепт я в описании оставлю. Там один стакан сметаны, сахар 180 грамм. Чистила грушу, нарезала. Теперь хорошенько взбить яйца с сахаром. Ну что, все, пирожок у нас сейчас отправится в печку. 162 градуса, нужно 180. Так, и картошечка у меня тут уже тоже почти готова. Ксюш, хватит. Так. Вот такая вот ерунда получается. Жижа. Не совсем жижа, посмотри, сколько там всего. Так, ладно, пусть еще немножко потушится. Я люблю, когда картошка прям вот
разваривается. Мягкое-мягкое. Все, пирожок уехал. Я надеюсь, он у меня там за края не вылезет, потому что, может быть, и вылезет. Я об этом не подумала. На всякий случай нужно вот так вот. Противень. Я не подумала, нужно было в другую форму. Ладно. Я надеюсь, не убежит тесто. Пирожок мой не убежал. Видите, он как подрумянился уже. Картошечка тоже уже готова. Все, садимся ужинать. Фольгой закрывала пирог, потому что он начал подгорать. А внутри еще был сырой. Вытаскиваем наш пирожок. Прошло где-то, наверное, около 50 минут. Здрасте, всем привет. Уже скоро всем пока, она только всем привет говорит. Все, будем разрезать. Он такой низенький, невысокий получился, но я так думаю, что он очень мягкий и не сухой. Такой мягкий, не сухой. Там яблочко с грушей попадают. Амор, тебе смазать? Лео уже вторую тарелку. Добавку просит. Да. Пирожок будешь? А нет, Ксюша не ест такой пирог. С ягодами. Я Максу решила. Ну зачем? Он сам должен писать, Ксюша. Если борра, hace lo correcto. Макси борра и pone el número correcto. Пусть сам решает. Ты, он говорит, я линии делаю. Камель. Камель. А тут должен нарисовать, да? Да. Сам. Porque es volken, no volken. Volke. Облака? Облако, только одно. А, только одно облако. Одно, два, на это. Что-то уно. Пусть отдохнет. Все, Макс, убирай давай. Каролина, ты уроки сделала? На Динстаг. А, на Динстаг, хорошо. Так, а мы тут с папой сидим, составляем это интернет-страничку для нашего магазина. Интернет-магазина. Нужно тут заполнять. Логотип, все такое. В общем, сидим, разрабатываем. Ну, да ты же моя, моя. Чуть-чуть, ну, там мы тут не посмотрим. Ой, на столе что еще осталось. Капусту переложить в банки и в холодильник убрать, потому что уже все как бы 3 дня прошло. И в принципе я, скорее всего, буду использовать ее для супа, для щей, потому что она соленоватая. Чтобы ее так есть просто, она слишком соленая. В следующий раз мне нужно поменьше соли, но теперь я знаю, что меньше соли нужно. Вот. Поэтому я с этой капусточкой лучше сварю щи.
так и есть прям. Ну, очень соленый. Да, все. И поменьше морковки. А то у меня от нее капуста покрасилась. Я уже прочитала, что желательно поменьше морковки добавлять, иначе капуста будет такая вот желтоватая, как морковь. Такс. Ребята, буду я заканчивать влог. Детки всех спят. Макс просыпался, была температура опять у него. Дала ему лекарства, спать уложила, поэтому пойду я. Увидимся в следующем влоге. Всем пока.